Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет семян и наш сюжет «Антифейк. Стоп. Подделка». Мы боремся за качественные семена, поэтому и пишем наши видеосюжеты, чтобы показать клиентам, как должны выглядеть настоящие упаковки и, конечно же, настоящие семена различных компаний. Сегодня я расскажу вам об оригинальной упаковке с семенами баклажана «Эпик» и как она выглядит и какие семена на самом деле. На упаковке размещена следующая информация. Логотип компании, название культуры, гибрид или сорт, в данном случае это гибрид, культура баклажан, штрих-код и номер партии, количество семян, упакованных в данную упаковку, чем обработаны, картинка и номер партии. На обратной стороне более подробная информация, кем произведены данные семена, адрес сайта, номер партии, дата упаковки, срок, до которого необходимо использовать данные семена, название культуры на латинском языке, также на русском, английском, название культуры, количество семян в упаковке, чем обработаны и соответствие госстандартам. Упаковка сделана из плотного триплекса, который защищает семена от влаги, от проникновения солнечных лучей. Итак, я открываю упаковку и сейчас мы посмотрим, как выглядят семена баклажана Эпик голландской компании Семенис. Семена обработаны, окрашены такой коричнево-оранжевый цвет без перламутра. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.